Всем доброе утро. Идем с Кузей гулять. Пошли дальше. Пошли, пошли, выходи. Серьезный мальчик. Ой, ты мой хороший. Да, настроение сегодня хорошее. Бегательное. Да. Вчера чистили курятник. О. Так. Ананас вырос. Как интересно у нас. Пусть поспят, пока не будем открывать. Хотя почему мы не будем открывать? Сейчас откроем. Так. Да. Сейчас выпустим. Девчонки, привет. Это я вчера яйца не забрала. Попозже нужно забрать. Да, кто-то вышел там и пошла обратно. Холодно у вас тут. Да, холодно. Ну, гуляйте, гуляйте. Нет, за мной не надо ходить. Угу. Нет, не надо. Не надо, на улице еще холоднее. А где наш Кузька? Ага, вон он ходит. Вижу. Вижу, вижу, вижу. Вон он ходит. Так. Друзья, мне тут пришла в голову мысль. У нас очень много дорожек. И вот думаю, наверное, нужно поставить указатели на дорожке. У нас их очень много. Давай, давай, иди сюда. Иди ко мне, моя зёйка. Настроение сегодня хорошее, бегает. Давай. Такое хорошее настроение. Слюнявочка маленькая. Да? Вот ту улицу можно назвать Куриный проспект. Да? Да, Кусь? Пойдем. А вот ту улицу можно назвать
Читательская улица. Да? Какие у вас предложения есть? Может быть, придумайте, может быть, у вас какие-то названия есть интересненькие, да? Вот там вот улица может называться Олимпийский проспект. Да, Кусь? Ну что еще? Гостевой переулок у нас там будет. Да, Кусь? Усадьба Кузьмы, например, или еще как-нибудь назвать, даже не знаю. Но улиц много, дорожек много, а внизу под улицами можно даже написать, допустим, ну как на всех улицах пишут, километраж, а у нас будет в шагах, шагаш у нас будет. Да, Кузь? Вот он у нас, а вот Кузька стоит, и мама его чешет. Да? Вот тоже улица такая может быть, или переулочек. Да, вон там перед домом, вообще можно как-то назвать площадь чего-нибудь. Ой, какие мысли в голову приходят, боже мой. Светлая голова. Да, Куся? Куся. Куся. Кусь, ну скажи хоть что-нибудь, Кузя. Мальчик. Ничего не скажешь, я поняла. Пошли, пошли. Шагай, ты там уже был. Не надо сворачивать с пути. Ты там уже был. Иди сюда. Куся, иди сюда ко мне. Иди сюда. Так хочется кого-нибудь укусить или напугать. Блин, вообще мама возможности никакой не дает. Ты где есть-то? Вот он ты. Я вообще... Кусь, тебе очень тяжело снимать. Давай, беги вперед. Беги вперед. И сейчас ты, вот он, появится в кадре, мальчик. Ой, вот такие мысли приходят в голову. Ой, какая сегодня в этом году красивая зима. Тень, да, Кусь? Ну, хоть кто-нибудь попрошу. Никого. Никто там не ходил, Кусь? Нет? Чего? Чего носом толкаешь? Домой пойдем? Ты готов домой идти? Кузька, так невозможно тебя снимать. Пойдем домой тогда. Пошли. Нет? Пойдем домой. Ой, как тяжело снимать тебя. Ну все, наверное, ребят, не получается у меня его снимать. Всем хорошего дня!